что-то хочет эгоист, жизнь сама по себе ничего не хочет. Но пока ты живешь как личность, то желай, чего тебе не желать. Как человек, но ты имеешь право на это. А если я запуталась, если мне что-то хочется, но я, допустим, не уверена, что это действительно то, чего мне хочется. И на днях возникло такое желание, что как такое, что бы мне хотелось. Быть честной с собой, правдивой с собой, заодно и со всем миром, чтобы хотя бы увидеть, насколько ложны вот эти желания, которые возникают. Там, вернуться в Украину, не вернуться в Украину, это все Ну вот смотри, отсюда. ты же перед миром Честность с и перед собой. собой можешь быть честной, это без желаний. Желания здесь не нужны. Быть честной перед собой и перед миром. Не могу, потому что Наташа очень много себя, много чего надумала и много чего лишнего. И как отсеять то, что действительно, от того, что А как заложено Наташа, стереотипами? узнала, что она много, что она делала там себе? Надумала или что? Надумала. Как Надумала, Наташа ей промыли узнала, что мозги. как Наташа узнала, что это надуманное? Еще и много. Из книг, из того, что ты говорил. Как ты узнала, что ты надумала? Ну, например, что... Ой, я растерялась. Потому что нет уверенности, что это действительно мое. Откуда ты знаешь, что у тебя нет уверенности? Когда есть уверенность, здесь есть силы. Откуда Делаешь, ты узнала, просишь. что есть уверенность? Ну, прилив сил. Внутреннее чувство, что это правда. Это где-то за пределами чего-то, когда нет Нет. уверенности. И это за пределами Нет, чего-то, просто... только есть уверенность. Нет, просто убежденность, да, вот так вот все. Убежденность, что вот так вот надо делать все. Вот, Это уверенность. уверенность. Да. А когда не уверенность, это что? Ну, нет убежденности, нет. Кто тебя убеждает, когда ты Сомнения. уверена, и кто тебя не убеждает, когда ты не уверен? Сама себя, внутреннее чувство. Чувства правдивые? Ну, я сейчас не знаю, что тебе сейчас ответить. Я не задавала себе вопрос. Вот если я уверена, что мне надо так делать, да, вот... Вот так вот правда, вот так вот верно. Все, надо Ну, вот так чтобы вот делать. узнать, что ты уверенная в себе, от кого ты узнал? Ну, от себя узнала. Как ты поверила себе, что ты не уверен? Ну, от себя тоже, значит. Как ты могла поверить, блин, что ты не уверена? Лучше поверить тому, что ты уверена, а это, что не уверена, ты не веришь этому. Оставь одну уверенность. Уверенность в себе. Неуверенность, не универ. Тебя что, двое? Ты же одна. И уверенная в себе, ты же там же одна всегда. И неуверенная в себе, ты же там же одна всегда. То с кем ты разговариваешь в этот момент? В уме разговариваю. С кем? Сама с собой. Когда ты не уверенная в себе, ты такая говоришь, той, которая уверенная в себе, ты говоришь, ой, я в себе не уверена, представляешь, как мы живем с тобой. А та, которая уверенная в себе, такая становится, говорит, да, ты вообще слабачка. Я вижу, что ты вообще не уверена сегодня в себе.
Хорошо, что я сегодня отошла пописать в этот момент, потому что вот эта неуверенность я не хочу проживать. А ты такая говоришь, ах, писучка, то ты писать ходила. Лучше бы ты была, чем я на этом месте в этот момент. Ну зачем мне неуверенность в себе? Мне это не нравится. Ты говоришь, ну конечно, и мне не нравится. Поэтому я отошла пописать в этот момент, чтобы ты неуверенная в себе прожила вот это. И я чисто издеваюсь над тобой, потому что ты вообще слабачка. Она такая, да, я слабачка, я плачу, когда я не уверена в себе. Приходи, когда я не уверена в себе, ты приходи меня, меняй на себя, на уверенную. Я не хочу. Я хочу видеть, какая ты слабачка. Ну, пожалуйста, ну приходи, когда я не уверена, потому что я иногда не могу справиться с чем-то. А ты, я вижу, что ты все совсем можешь справляться. Как же мне так жить неуверенно? Я хочу, чтобы жить так, как ты, уверенной. Не хочу я вот так, неуверенной. Ну, приходи, но не уходи, когда нужно. Я маме ничего не могу сказать, когда тебя нету. Да, ты вообще слабачка. Я и папе могу сказать, и маме могу сказать. А ты вообще... Даже сыну ничего не можешь сказать. Собачка. Да, мир меня вообще расстраивает иногда. Я вообще не могу. Я такая собачка. И вот когда я начинаю плакать, ты приходишь, и ты такая, Мира, что ты делаешь? Ну ты когда приходишь, мне так нравится. Ты так кричать начинаешь. Как ты нас быстро так меняешь? Ну и что с этим всем делать? Проживать, как оно есть? Да не можешь ты быть слабачкой, не можешь ты быть сильной. Моменты могут быть проявлены как слабачка, типа, но не ты же создала себя как слабачку. И уверенность ты не создавала. Видение этого как уверенность и как слабость. Потому что может распознать, что ты слабая кто-то. Ты можешь распознать себя как слабая после того, что происходило. Сама же себя исследуешь после того, как что происходило. Рассматриваешь и говоришь, да, я была слабая. Потом себя же рассматриваешь и такая, я была сильная. Нету здесь никого, кроме тебя. Ты сама себе даешь анализ и веришь в него. Перестань давать анализ, и ты увидишь, что нету ни слабой, ни сильной. А есть только то, что происходит. Перестань анализировать, исследовать, что ты слабая. Или исследовать, что ты сильная. Перестань только анализировать, и ты увидишь, что ты есть такая, какая ты есть на тот момент, который ты проживаешь. И ты увидишь, что слабой и сильной нету. Есть только одна. Вот то, что я показал, это ты создал. Но их нету, ни той нету, ни той нет. Анализ.
Но анализ делается тогда, когда ты отходишь и смотришь, какая ты. Живешь и не отходишь, какая ты, не смотришь. Просто живешь. Люди говорят о тебе, но ты их не воспринимаешь. Их слова не нужно воспринимать. Потому что на тот момент ты не могла быть сильной. Можно поплакать, быть слабой. Неважно какая. Главное быть. Само бытие, вот это и ищете вы сами те, то, что, чем вы являетесь. Вы ищете то, чем вы являетесь. Но как вы ищете то, чем вы являетесь? Вот этот пример. Я слабая, я сильная. Вот так вы ищете то, чем вы являетесь. Вы уже этим являетесь, не надо искать. Быть. Запомни, что ты за пределы чего-то никуда не можешь выйти. Ты не можешь стать сильной, когда ты слабая. Это момент проживания. Ты не можешь стать слабой, когда ты сильная. Это момент проживания. И их нету двух моментов. Есть только один момент. Он просто по-разному проживается. Вот эти пять пальцев, они не являются пяти пальцами. Если мы их отдалим, то пять пальцев, а если мы приблизим, то если будем искать пальцы, то мы их не найдем. Но ты удаляешься и ищешь пальцы. Не удаляешься. Разве этот палец не чувствует это же тело? Разве этот палец не чувствует это же тело? Разве этот палец не чувствует это же тело? Если этот палец ударен, то он только чувствует, тело чувствует. Да, может быть, и только это чувствуется, когда больно. А этим не больно, а этим не сильно и чувствуется. Здесь очень сильное чувство открывается. Но это не является, что палец не стал уже тобой, рукой. Потому что чувство – это одно целое. Но чувство открывается вот сильно, потому что ты ударилась. Но когда заживет палец, чувства объединятся, будут одинаковые чувства. То имеет право болеть палец тот, который ты ударил? Имеет, потому что чувства больше раскрыты. То имеешь ли право быть слабой, когда чувства раскрыты? Когда тебе больно? Имеешь право. Эти все пальцы сильные, а этот один болит, потому что ты его ударил. И когда-то кто-то тебя ударил, ты имеешь право быть чувствительной. И это пройдет. Потом ты станешь как будто бы одной целой рукой, и чувства будут одинаковые. Все имеет право быть. Все. Все, что с тобой случается. Ты это проживаешь и благодаришь, говоришь, Господи, спасибо большое, что не билось. Слава Богу, пальцем все нормально чувствуют одинаково. Ударила палец, говоришь, слава Богу. Ну, какие-то чувства, надо что-то чувствовать этим пальцем, более чувства открыть. И ты начинаешь воспринимать чувства только этим большим пальцем. Всегда внимание на этом пальце, всегда. Что бы ты ни делала, всегда тот, который болит, всегда внимание. Но потом заживает, и внимание, все. И тогда тебе кажется, что ты сильная. Рука уже без болит, и ты такая, а, я все могу этой рукой. Все вообще. И тебе кажется, это сила. Уверенность. Дочь имеет право быть? Имеет.
Солнце имеет право быть? Имеет. Все, что имеет право здесь быть, а это все имеет право быть. Все вообще, что есть в этом мире. И мы радуемся тому, что имеет право быть. А все имеет право быть. Нету чего-то, что не имеет права быть. Хотя многие могут отрицать. Это не имеет права быть. Я сказал, не имеет права быть. Это те, которые типа сильные. Но они так страдают, когда они сильные, когда говорят, что это не имеет права быть. Они пучатся, пукают, надуваются, там сердцебиение у них учащается, давление поднимается, что-то еще, потому что они знают, что это не имеет права быть. Но если это есть, значит имеет право быть.